Всем привет, и вы на канале Gamer Wolf. Продолжаю играть в доту. Играю я, как всегда, ну, пока что, да, на моде All Peak. Посмотрим, что из этого получится по итогу. Получится выиграть или нет, игра покажет. Так, ну что, как-то долго ищет игру, дотка. Так, что за инструмента? Да ё-моё. Пока игру найдет, так время много пройдет. Так, давайте посмотрим, что тут еще. Так, я же нажал играть, найти игру. Не удалось, не знаю. Что за бред, я не понимаю. А, все, отлично. Ваша очередь запрещать героя. Давайте, я Луну запретил. Осталось 5 секунд. Так, ну я обычно на рандоме беру, как вы знаете. Хороший герой выпал, очень хорошим. Дорого. Тоже дорого. Не особо нужно. Ну, естественно, Magic Stick нужен по любасу. Никогда не покупал три кольца подряд. Давайте вот куплю. Защиту, естественно, мне увеличит. Потом куплю себе топорик. Танго. Magic Stick. И дальше уже буду по ситуации смотреть. Давайте посмотрим, что дает ульт. Ульт. Новая способность. Позволяет призвать спектральную копию от способности Хаунт. Охота, да? Наверное. К выбранному вражескому герою и бросить в него кинжал от Spectral Dagger. Аганим Шард. За каждые 300 полученных урона герой бросает кинжал способности Spectral Dagger в направлении последнего обидчика. Подконтрольного игроку. Но не чаще, чем один раз в 7 секунд. Короче, кинжал забрасывает герой наш. Блин, у них этот Void, я вот не особо врубаюсь, как, что он делает, что у них там еще. Подождите, это у нас был Void? У них пик круче тогда. Я так понимаю. The map of all of time unfolds before me in lines that streak across the astral plane. Ребятки, только не ругаемся, давайте нормально сыграем. Так, а что у них за пик-то? Давайте посмотрим. У них очень жесткий пик-то. Синит, шекер. У них очень жесткий пик, я не знаю, на шанс выиграть. Не так уж и много. Руны не отдавайте только. Что вы делаете-то, ребятки? 30
секунд до начала сражения. Давайте две верхние заберем хотя бы вот. Стой, идите ко мне, вот один хотя бы. Там кто-то был. Ты руну контроль. Битва начинается. Отлично. Ну, пик у них очень сильный пик, я не знаю. Затащим мы или нет, ну, посмотрим. Блин, чё за хрень-то? Чё не добиваю крипов-то? Да блин, что за фигня? Без топорика это вообще сложно добивать. Так, сколько стоит Magic Wand? Немножко не хватает. Отлично. Помоги, тут бары валят, ребят. Ты нездоровая, блин. Так, мысля пришла в голову, нужно брать брейсер. Там синий, как ни крути, может первый и второй лупануть неплохо так. Уходим, 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 убегай. Убегай. Yeah.
Да, нужен брейсер, как ни крути, брейс. Брейсер нужен. Нужно, наверное, на мид поставить вард, мне кажется. Блин. Курьер сил тьмы был убит. Ну реально, без топора так тяжело крипов добивать, просто жить. Бар ушел с мида, точнее. Вашу центральную башню атакуют. Вайпера, вайпера бьем. Убегайте, убегайте под вышку, там кто-то шел. Вообще покупается с Ring of Protection. Давайте посмотрим. Почему ты все время бегаешь? Ну, у тебя желание есть. Убить. Не понял вопроса. А почему ты по лайнам бегаешь на спектре?
Я сам не знаю. Я просто на килл пошел на низ. Можем? Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Ходим. Не лес, наверное, мне кажется. Вашу центральную башню атакуй. Чем угаснуть? Вашу центральную башню атакуй. Ничего себе урон. Вашу нижнюю башню атакуй. Вашу верхнюю башню атакуют. Ваша верхняя башня разрушена. Добейте его один удар. Отлично, добили. Вашу верхнюю башню атакуют. Да блин. Ё-моё. Так, надо перестать фидить, что-то я расслабился вообще, жесть. Не скажу, что потрясен.
Вашу центральную башню атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Добей, блин. Ваша центральная башня разрушена. Бьем его на один. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Блин, мы их просираем по жестко. Я живу лишь во славу госпожи. Блин, что-то у нас не идет игра командная, нифига. Ух ты. Гад. Thank you.
Лучше давайте пофармим, у них пик жесткий, они нас 5 сек разнесут. А лучше почему давайте ты не фармишь? Почему ты не фармишь? Так я фармлю уже, если ты не видишь. Ты фармишь, ты слил полное начало игры, все, ты уже вряд ли камбэкнешь по фарму здесь. Просто по одному не лазь. Зачем ты по лайнам ходил и опыт? Зачем ты по лайнам ходил опыт, забирал у половины людей, я не понимаю тебя. Я просто кильнут хотел. Просто по одному не лазьте и все. Там бара просто ловит, остальные подтягиваются и все. Просто уже ты проиграл эту игру просто. Не, не факт еще. Но у них пик жесткий, согласись сам. Нет, если бы ты фармил, ты бы спокойно разносил. А не херню сот. Посеку ты сильно вкачал, чтобы больные бить. Ну че так делаешь-то? Нижнюю башню атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу нижнюю башню атакуют. Курьер сил света был убит. Вашу нижнюю башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Вашу центральную башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена. Центральную башню атакуют. Уже скач.
Выкуп, если что, сделайте. Могли сесть еще сделать. Не бери таких персонажей, если не знаешь, как их играть. Спасибо большое. Вашу центральную башню атакуют. Да у них пик жесткий, здесь вообще это не сыграло никакой роли. Ну понятно. Уходи, Лена. Немножко промазал, ну ладно. Вашу верхнюю башню атакуют. Короче, смотрите, какой план. Давайте сейчас поставим варды на Уроши, а потом залетим. Мы при... Ну, у нас нечем Рошана контролировать, понимаешь? Так в пятером. Че, мы в пятером его не положим, скажешь? Ты понимаешь, что ты, во-первых, херню предлагаешь, во-вторых, ты уже ничего здесь не сделаешь. Нужно еще минут 50 себе фармить, чтобы, ну, урон носить, понимаешь? Ты даже сейчас бегаешь, ни хера не делаешь. Вашу верхнюю башню атакуют. Блин, вот жопа вообще. Блин. Оглушили, гады. Там без шансов. Да ладно, пофигу, в принципе. Мы все нужны здесь. Курьер сил света был убит. Ваша верхняя башня разрушена. Не
Немножко не хватило. Ты ё-моё. Я только поставил их, даже сентри не успел поставить. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Ваши нижние казармы атакуют. Yeah.
Надо было там вард поставить, ну ладно. Рошан убит силой тьмы. Вашу центральную башню атакуют. Мне кажется, ваша центральная башня разрушена. Ваши центральные казармы разрушены. Силы света укрепили свои сооружения. Боже, горячо? Ваши центральные казармы разрушены. Или вас обнимал, где мне вас упадал? Вас обнимал за кем? А, так тоже неплохо. Походу проиграли, тут тоже, конечно, без шансов. Вашу центральную башню, ваша центральная башня разрушена. Ваша центральная башня разрушена. Вашу крепость атакуют. Да. Ну ладно, ребята. Бывает такое. Всем пока.